курсовая. Время неумолимо уходит. Что снимать? Так сложно выбрать тему, когда не дали четкость задачи. Нужна идея. Это должно быть круто. Главное не отвлекаться. Никуда не выходить. Вот ключевая концепция. Оставаться в квартире. Может сделать обзор на модный, современный, тонкий, элегантный, любимец всех людей, живущих на земном шаре. Лучший телефон на свете. Правду говорю. Как бы ни было тяжело, ни в коем случае нельзя засыпать. Спать нельзя. Не спать! Надо умыться. Привести себя в порядок. Дедлайн приходит быстро. Тебе не спрятаться от него. Все будет хорошо. Надо пройтись. На улице мысли придут в порядок. Я точно найду идею. Я выбираю стратегию марафонца. Не поймите меня неправильно, стратегия спринтера очень эффективная, особенно в стрессовой ситуации, но давайте я вам расскажу историю. В 1983 году в Австралии прошел супермарафон. Дистанция этого марафона больше 800 километров. В тот год этот марафон выиграл Клифф Янг. На тот момент ему был 61 год. Это был просто фермер. Это был его первый супермарафон. Соревновался он с профессиональными молодыми спортсменами. И первые дни он сильно отставал от лидеров. Но почему он выиграл? В отличие от своих соперников, Клифф Янг ни разу не остановился на ежедневный 6-часовой сон. Он просто бежал без передышки. Если что-то делать совсем по чуть-чуть, но постоянно, можно многого добиться. Марафон. Сейчас у меня спринт и на очень короткую дистанцию. Точно. Сделаю анекдот. Идет медведь по лесу. Видит, машина горит. Сел в нее и сгорел. Это просто бред какой-то. Нет, даже не так, это полный бред. Ну а что так делать? Что снять? Надо проще, Дима же говорил, что застряну. Так, вот это уже превращается в бред. Меня уже тошнит. Надо возвращаться. С этим надо кончать. Есть только одно решение всех моих проблем. Только это поможет. Я готов.